Всем привет, меня зовут Арина, я руководитель компании Based from Thai. Сейчас я нахожусь на конгрессе, это международный конгресс, который посвящен хорошему самочувствию и энергии огня, и относится к спа-индустрии. Это третий день конгресса. Вчера было очень интересное выступление внука человека, который придумал японскую систему оздоровления шиатсу. Он тоже занимается, как и его дед, этой системой. Это просто было что потрясающе, столько энергии в человеке. И, ну, отдельно я расскажу, потом более подробно про шиатсу. Также я записала видео, он давал мастер-класс по шиатсу, отдельно он делал обучение. Но по обучению я вам записи покажу, потому что меня просили распространять. А небольшой мастер-класс я вам предоставлю. Также он мне подарил книгу, где расписаны точки, на которые стоит воздействовать при шиатсу, которые подогревают жизнь, дают хорошее самочувствие и обеспечивают хороший ток энергии по организму. Вот. Также вчера было очень много интересной информации от спикера из Малайзии, это вообще потрясающий человек, который посетил 127 стран, очень зажигательный, показывал приемы тайского, малайского массажа. Плюс были интересные, была целительница из Африки, при этом она европейка. Женщина с светлой кожей, со светлыми волосами, но вот она живет в Южной Африке, и она рассказывала о местных приемах целительства. Вообще весь семинар, ну, прошлых два дня, ну, сейчас посмотрим, наверное, на это, думаю, тоже было посвящено энергии огня. То есть мы рассматривали как эмоции, так и как огонь помогает нам в спа-индустрии. Так, ладно, сегодня Global Wellness Day. Сегодня будем рассматривать основы питания и прочие интересные вещи. Итак, все уже начинается. Заканчиваю трансляцию. Более подробно о том, что здесь происходило, я вам расскажу позже. Целую!